Вчера произошел инцидент, ситуацион на трассе, пришлось менять колесо. Классно, что есть запаски. Кстати, вот во многих Audi не запаски, а гели всякие. Вот если бы у меня в машине были гели, я бы ничего ночью в темноте, в дождь не сделал. А за счет того, что запаска, я просто взял и поменял. Поэтому сегодня, Собакевич, поедем на другой технике. Поедем врываться в RDS-GP. Уже, кстати, через несколько часов будет квалификация. Поэтому все, кто собирался на МРВ, бегом туда. А мы прыгаем вот в этот 124-й. Сумасшедший 124-й. И выскакиваем на трассу. Вот он. Вы думали просто быть во фрешафта, ага? Дамир заправщиком тут подрабатывает на полставочки. Но самое четкое вращение. Карбон кевлар. Сами пилоты и команда в своих видеороликах. А пока Денис объезжает вторую другую зону. О, небольшая коррекция там была в Touch and Go 1. И не могу ничего сказать о траектории. Вот это один, к сожалению, но точно мимо Touch and Go 2, но через Touch and Go 3. И криминального. И плотнейшая постановка. И тут же Ерохин получает удар в переднюю часть автомобиля. Отлетает бампер. Ерохин где-то остался в стороне. Денис поехал вперед. Ерохин получает удар в переднюю часть автомобиля, влетает бампер. Ерохин где-то остался в стороне, Денис поехал вперед. Ну что, теперь, значит, будем разбираться, конечно, смотреть показания Drift Dynamics, поскольку было...